Из-за угрозы терактов полицейские работают в усиленном режиме. Наряды курсируют по улицам, обследуют места массового скопления людей. Стражи порядка наведаются в школы, торговые центры и просят с пониманием относиться к таким мерам. Только в городе отработано более 1700 важных объектов. Проведен инструктаж. Полицейские чуть ли не ежедневно выезжают по сообщениям курян о подозрительных предметах. Сумки, коробки, пакеты. Внимание каждому тревожному звонку. Последний случай был даже по поводу обнаружения в троллейбусе одного из маршрутов города Курска пакета, который был прозрачный, в котором находились мужские кроссовки. Хотя визуально даже было видно о том, что это не является каким-то предметом угрозы для граждан. Но все равно сотрудники полиции отреагировали, потому что каждый предмет может быть закамуфлирован. Куряне стали более бдительными, но, увы, некоторые бьют ложную тревогу. Причем делают это специально. Так, на прошлой неделе 17-летний ученик 31-й школы сообщил о ее заминировании. По звонку выехали полицейские, спасатели, сотрудники ФСБ, медики. Провели эвакуацию и, к счастью, ничего не обнаружили. За такую шутку не смешная сумма штрафа – до 200 000 рублей. Наказание грозит всем ложным террористам.